Ну что, мы с Костей уже присматриваем себе мебель. Новый диванчик. Старые диванчики мы не будем брать, потому что они сильно громоздкие и полукруглые, и вообще они мне разонравились. Поэтому мы выбираем новый диванчик. Хочется что-то угловое. Но так как я очень привередливый покупатель, мне нужен диван маленький, угловой, чтобы не было вот этих вот отдельно лежащих подушек, которые вечно... Не знаю, мне они вечно мешают. Что, Костя? Пойдем. Константин тут все облазил. В общем, диванчик должен быть аккуратный, идти углом, без подушек и маленький. Мне не нужен очень огромный диван. И вот это для меня большая проблема, например, найти именно маленький диван. Максимум 2,5 метра, ну, даже меньше, 2,30 хочется шириной. Они все просто громадные. Это ничего такой интересный. Но опять-таки эти подушки. Не хочу я такие подушки. Еще мне нравится этот материал. Именно вот ткань такая прикольная. На самом деле он намного зеленее на камере, он кажется серо-зеленым. А глазами я его вижу совсем по-другому, намного зеленее. Сине-зеленый такой. Цвет моря. Так, что еще тут есть? Вообще нам нужен рулон обоев. Я приехала купить. Ну и заодно посмотреть мебель. Погулять заодно тоже с Константином. Да, Костя? Да. Да. Не трогай только, ладно? Не трогай здесь ничего, то ты разобьешь. Классные стульчики. Тоже интересный диванчик, но опять-таки по размеру он мне нравится, подошел бы. Опять-таки вот эти подушки, которые мне не хочется, чтобы были. Проблема найти диван. И еще мне хочется, чтобы можно было диван, конечно же, расправлять, если что, и спать на нем. Но, по-моему, этот не расправляется, и он стоит 999 евро. Костя постоянно в мебельных магазинах открывает все шкафы. Костя, ты что там деньги ищешь? Всегда. Мама. Зачем ты открываешь шкафчики? Смотри, пальцы себе прижмешь, дай мама закрой. Посмотрите. Посмотрите. Костя прошел. Костя, все, пошли. Пошли теперь назад все это закрывать. Вот тоже хорошенький диванчик, который бы нам подошел. И он уже без подушек идет. И он расправляется. 1099. Вот опять. Нашла диванчик, который мне понравился. Стоит 800 евро. Расправляется. Угловой. Все мне подходит. И размер. И опять эти подушки. Ну какой-то закон подлости просто. Кажется, эти подушки, они так неаккуратно смотрятся, и потом они постоянно будут валяться, Костя их будет таскать, и... Не знаю. Вот так прикольно диванчик, он мне даже очень нравится. Костя. Чуней. Ой, волк. Как волк делает? Да, делает волк, да? Как он делает? Стульчики. Стульчики нам тоже надо будет. Ой, в общем, если я подумаю, сколько нам всего надо будет покупать в эту квартиру, то, конечно, волосы на голове дыбом встают. Очень много всего надо. И диваны, и стулья, и прихожую, и кухню, и стулья. В общем, очень много всего надо будет. Ну ничего, постепенно. Пузырики, Костя, вау!
Отвлеклась, да? Ну, пойдем на кассу, пойдем. Я вот взяла рулон обоев, которые нам нужны были. Вот они. Нашли мы то, что нам надо было. Ой, вот такие штуки мне очень нравятся, особенно белые. Я себе их обязательно приобрету в квартиру и на балкон. Поставлю на балкон, скорее всего. Что, Костя? Так, тут уже всякие декорации мелкие пошли. Не трогай, не трогай, не трогай. Не надо это трогать. Пойдем дальше. Пойдем. Красивое зеркало. Рамочка очень красивая. Вот это вот очень мне нравится. Сегодня прямо день какого-то шопинга. Я целый день бегаю по магазинам. Сейчас вечер, уже стемнело. 30 декабря. Везде стреляют. Уже, короче, Новый год на носу. Всех, кстати, с наступающим. Я вот сейчас выскочила буквально в магазин. Надо быстро сгонять в магазин, купить кое-какие продукты еще. Костя там остался играть с бабушкой, с дедушкой. Полки уже все пустые. Я сейчас так напугалась. Думала, я забыла листочек, где у меня написано, что надо купить. Но нет. Нашла его, слава богу. Думала, уже придется по памяти покупать. А память у меня сейчас просто никакая. Я ничего не могу в голове удержать. Это столько сейчас дел, что голова уже ничего не соображает. Вот нашла все, что мне нужно, кроме оливок. Где они могут быть? Грибы. Картошка вареная. Вот кто-то меня, кстати, спрашивал, где я покупаю картошку вареную. Вот, пожалуйста, в Реве. Вареная очищенная картошка. Бобы. Все есть, только нет оливок. Либо я слепая. Пойду еще кружочек пробегу. Может, увижу, где баночку оливок. Кстати, кто знает, оливки? От какой фирмы оливки вкусные? Напишите мне в комментариях, потому что я много пробовала. Но не могу найти прям такие, чтобы я сказала вау. Забежала еще в ДМ посмотреть, что здесь есть новенького. А тут вот эти вот помадки, они очень классные. 2,95 стоят. Я себе последний раз купила вот такую. И вот такую. Они очень крутые. Вот такая крышечка вельветовая. И сама помада такая же. По ощущениям вельветовая на губах. Вот эта фирма, кстати, тоже неплохая. Trend It Up. Мне нравятся продукты от этой фирмы. Недорогие и качественные. Як. BH Cosmetics. Вау. Вау, но цвета не мои. Тоже, кстати, что-то новенькое для ног от Бали. Молочко, спрей. Масочки. Нагревающаяся маска для ног. Прикольно. Как-нибудь надо будет попробовать. Ну и, наверное, на этом все. Буду этот влог заканчивать. Всем спасибо, кто досмотрел его до конца. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видео. Я поехала домой. Все, всем пока-пока. Сегодня мало показывала себя во влоге, потому что я выгляжу как загнанная лошадь на данный момент. Потому что беготня... Беготня, беготня, еще раз беготня не прекращается. Все. Но
Но радует одно, что я точно знаю, что когда-то это закончится. Все, всем пока!